Привет, друзья! Как известно, автоматизация и роботизация постепенно сокращает количество рабочих мест. Казалось бы, это не затронет так быстро летчиков, но прогресс коснулся и их. Инженеры и исследователи Корейского института передовых наук и технологий создали первого робота-пилота самолета. Робот-пилот Пибот осуществляет управление самолетом собственными руками. Пока неизвестно, сможет ли он заменить летчиков, но робот достаточно хорошо сделан. Робот-гуманоид использует данные из датчиков самолета и то, что видит сам с помощью камеры. Создатели утверждают, что в некоторых областях он даже превосходит человека. Например, он ровнее держит самолет на взлете и посадке. Робот способен читать и запоминать полетные карты и аварийные протоколы, при этом быстро реагировать на чрезвычайные ситуации. В отличие от других систем, для робота не требуется модификация самолета. Он может управлять любым. Робот уже может контролировать все операции самолета-симулятора, такие как руление, взлет, посадка и полет. Ожидается, что проект будет полностью разработан в 2026 году. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.